Это город Сухуми. Мы прибыли сюда, чтобы попытаться решить сложную задачу о бассейне. Вот эту школьную задачку? По одной трубе вода вливается в бассейн, по другой выливается. Да что же в ней сложно? Да не торопитесь. Наша задача посложнее школьной. Вот этот бассейн. В него наливают морскую воду. Хотя в Сухуми климат мягкий, вода в море почти полгода довольно холодная. И чтобы в нашем бассейне, так же как в этом закрытом, круглый год можно было бы тренировать пловцов, готовиться к предстоящим Олимпийским играм, учить плавать ребятишек, воду нужно подогревать. А эта задача сложнейшая. Что вы? Есть поблизости котельная? Да, вот она. Значит, для решения задачи нужно проложить трубы от котельной до бассейна. Правильно. И сколько на это потребуется времени? Недели 3-4. А, не спешите. Ну, если не спешить, то месяца 2-3. Бассейн построен 16 лет назад, а подогрева до сих пор нет. Не хотите ли вы сказать, что задача не имеет решения? Нет, решений-то было много. Решения республиканских органов, городских. Были многочисленные решения до СААФ, которому принадлежит бассейн. Об этом неоднократно писала газета «Советский спорт». Много лет эту задачу пытался решить стройтрест номер 6. Попросим управляющего трестом отчитаться о ходе решения задач. Я работаю в тресте номер 6 сравнительно недавно, всего один год. И не могу отчитаться. Этот управляющий, как и целый ряд предыдущих, не смог решить задачу. А если попытаться еще раз поменять управляющего? Я управляющий трестом номер 6, Министерство строительства Грузинской ССР, фамилия моя Шакая, Константин Владимирович. Когда будет сделан подогрев? Это в первом квартале будущего года будет. Итак, на старт! Внимание! Стоп, стоп! Нельзя же так! Сломя голову в пустой бассейн. Возвращайтесь. Лучше подождать у моря погоды. А, Степкин, здорово. Здравствуйте. Ну как ты? Выполнил поручение? Подержи портфель. Да, товарищ директор. Я и по заводу походил. Так? И посмотрел все. Это хорошо, свежий глаз, он всегда все лучше сечет, понимаешь? Он свежий глаз, так и называется. Ну и как? Какие недостатки подметил? Взять, к примеру, заводской двор. В мусоре весь, а никто не убирает. Ну это ж ясно. Это ж дворников у нас не хватает, а никто не идет, понимаешь? Понимаю. А во втором цехе свет тусклый. А это другое дело. Дай портфель. Это стекла закоптились, а вытереть времени нет, потому что все, план гоним, план. Так там лампочки не горят. Где? В цехе. А, ну это совсем другой вопрос. У них, знаешь, монтёр запил. До свидания. До свидания, всего доброго. Монтёр запил, он хороший парень, но иногда позволяет себе такое, что дай бог. Это не впервой, дай портфель. Спасибо. Так еще лифт грузовой не работает. Они же болванки-то на себе наверх носят. Ну, Стёпкин, ну вот умный человек, а какую ерунду городишь? Ну, сам подумай на секунду, ну. Ну, у грузового лифта нет запчастей. А если нет запчастей, что делает лифт? Стоит. Да. А в душе нет воды горячей? Ну, это трубу прорвало, это я знаю. Дальше. А дальше? Я и сказать вам боюсь, товарищ директор. Не бойся. Я выдержу. Ну? Третий цех весь простаивает. Рабочие сидят и курят, а станки стоят. Это плохо. Это плохо, что курят. Никотин действует на весь организм, на легкие, на сердце, на все. Я бы так сказал, курение наш бич номер 2. А что касается станков, тут мне все ясно. До свидания. Тут все ясно со станками. Понимаешь, поставщики нам поставляют заготовки под старое оборудование. А у нас все новенькое стоит. Ну, ну вот они сидят и курят, да. Губят себя, курят. А может на них в трест жаловаться? На кого? На поставщиков. Ну ты даешь, Степкин. Ну и они нам нужные заготовки поставят, что? А у нас на новом-то оборудовании никто работать не умеет. Это понимать надо, тут дело сложное. Еще что заметил? Да нет. Ну тогда ничего. Пока, отдыхай, молодец, хорошо. А как же быть с этими-то? С недостатками? С какими недостатками?
Ты что, нам новое что-нибудь сказал, что ли? Мы все это без тебя знали. Свежий глаз, свежий глаз. Иди ты. Это небольшой эстонский город Тарту. Это старейший в стране Тартусский университет. А это хранилище университетской библиотеки, где собраны уникальные книги и рукописи всех времен и народов. Полное собрание европейских диссертаций за 300 лет. Автографы и рукописи Гёте, Шиллера, Гейне, Вольтера, Бетховена, Паганини, Наполеона. Рукописи 14 века. И все это народное достояние находилось под угрозой гибели. Эти книги уже погибли. Эти неизлечимо больны. Эти вот-вот погибнут. Уникальные книги гибли, потому что хранились в совершенно неприспособленных помещениях. Обо всем этом Фитиль рассказал 7 лет назад в сюжете «Опасная зона». 7 лет срок немалый. С надеждой, что судьба библиотеки изменилась к лучшему, мы вновь отправились в город Тарту. И вот первая встреча с директором библиотеки, товарищем Лайне Пейп, к которой мы обратились с просьбой показать нам хранилище. Мне кажется, я должна посоветоваться с нашим ректором, а его сейчас в городе нет. Интервью у ректора Тартуского университета, товарища Коупа, нам удалось взять в Москве. Встреча состоялась в нашей редакции. В ответ на критику Фитиля сделано следующее. Во-первых, сейчас строится новое здание для фундаментальной научной библиотеки университета общей стоимостью 5,5 миллионов рублей, рассчитанное на 5 миллионов книг. Во-вторых, оборудованы новые временные книгохранилища для того, чтобы ликвидировать аварийное состояние старого главного корпуса научной библиотеки университета. Значит, угроза предотвращена? Да, я думаю, что аварийное состояние, так называемая опасная зона, ликвидирована. Но как смотреть на это дело? Из аварийного помещения главного здания мы вывезли свои фонды. Им уже не угрожает прямой развал. Сейчас наши фонды находятся в 7 разных местах, по всему городу, в том числе в 3 церквях. И вот в этом подвале, на улице Тики, в старом общежитии. Что касается церквей, то без разрешения ректора туда нам попасть не удалось. Ну, а то, что мы увидели в подвале, ничем не отличалось от картины 7-летней давности. Книги также покрываются плесенью. Также разрушаются и гибнут. Когда же все-таки будет закончено строительство библиотеки? Новое здание будет введено в строй в 1978 году. Мы вынуждены огорчить ректора Тартуского университета. То, что мы увидели на стройплощадке, посеяло в нас сильные сомнения в том, что дело близится к концу. В этом нас убедил разговор с начальником строительного участка. Мы понимаем, что при таких темпах строительства о 1978 году не может быть и речи. Ну, хотя бы к 1980 году сдадите библиотеку? Надеемся и стремимся к этому. Итак, до воплощения этого проекта осталось ждать 5 лет. Это в лучшем случае. Но при таком хранении уникальная коллекция вряд ли доживет до новоселья.